Ну что же, наконец-то, да, выбрались. Сегодня, конечно, опять все завалило у нас, снегопада много, поэтому полностью протестировать сейчас не удастся. Итоговая сборка. Плохо, что здесь нельзя использовать любой аккум, потому что вся эта копийность, весь этот салон забирает пространство. Поэтому нам приходится здесь все компоновать. Будет использоваться такой аккумулятор, приходится провода тянуть вот здесь вот уже в центре. Нельзя вот так вот просто кинуть напрямую. И все, собственно. Значит, смотрите, здесь выведено два разъема у меня. Первый – это третий канал, остается на аппаратуре подключить что-то, чем мы хотим там потом управлять, да, допустим. И данный разъем это просто от бека еще один, то есть один пошел на запитку нашего приемника, а второй идет просто на просто торчит 5 вольт, скажем так, если хотим что-то подключить, просто свет без всякого управления, втыкаем в этот разъем, и фары у нас будут гореть, но мы ими не сможем управлять. Вот, поэтому вот таких два разъема оставил, чтобы потом не вскрывать приемник и ничего не мудрить, все уже готово. Поэтому собираем и пытаемся хоть где-то здесь чуть-чуть поездить, посмотреть на данный автомобиль, как он ездит. У нас, опять же, копейность не дает нам возможности все это дело быстро собрать, да? То есть сейчас нужно сначала все здесь подключить, потом установить корку, на 4 винта ее посадить. То есть, конечно, заморочки появляются из-за этой всей копейности. Собственно, добавлено заднее запасное колесо и цепь. Так, устанавливаем тогда. Так, а теперь небольшой тест, скажем так, да, резины в основном, потому что сейчас у Defender резина-протектор вообще ни о чем, на самом деле. Сейчас проверю, так ли это, и насколько Ватера лучше сейчас проедет, ну, в данном месте, допустим, да. Сейчас попробуем. Сначала едет Defender у нас. Едем медленно. И подъем в горку. Давай, 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 давай. Очень быстро роет, сегодня снег такой. Подъем в горку, перелазим. Проехал, он там встрял. Ну, там уже тяжело, да. Так, Blazer.
сел в одном месте. Ну, смотрите, я практически не даю газа. Сейчас пробуем, перелазим. Практически не даю газа, и Blazer едет, едет, едет. То есть резина реально у Defender похуже. Попробуем перелезть. Так, и сейчас вернемся на Defender сюда, если он сможет вернуться. Defender чуть-чуть получается поменьше, пониже. Так, поворачиваем. Ну, здесь без проблем, понятно. Перелазим. Ну, по пути в Атеры без проблем перелез. В общем-то, первым пускать Defender. Видите, приходится давить полный газ, чтобы где-то проехать. Снег очень легко сейчас мнется, и просто они его роют быстро очень. Но Атера менее копийная. И смотрите, она больше. Чуть-чуть. Немного, но больше. Вот так вот. Да, чуть-чуть, конечно, Атера больше. Ничего не скажешь. И сейчас протестим, как они проедут в рыхлом снегу. То есть его много, скажем так, по колено им. Но здесь, наверное, придется с разгона. Ну, попробуем. Нет, полностью. Не может, не может. Defender даже с разгона. Слишком много снега. Сейчас попробуем на Blazer'е. Ну, как видите, Blazer'у это не препятствие оказалось. Пробуем Defender'а опять. Садится. Все, сел полностью. Давайте подтолкнем его Blazer'ом. Так, Blazer застрял где-то у нас тоже. Не хочет. Давай, 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 давай. Давай, вылезай. Сейчас нароет так, что потом не вылезешь. Так, чуть-чуть газку на Defender'е даем. Никак. Не вылазит. Засел Defender полностью теперь. Но, как вы видите, Defender ниже и менее пролазный, чем Blazer получается. Да и резина, на самом деле, у Defender я не знаю ни о чем. Для зимы ни о чем, я думаю, и для грязи. Ну что, друзья, могу сказать, автомобиль, конечно, полноценно сейчас ощутить его не получилось, поэксплуатировать. Сейчас все завалило сугробами. Если бы снимал обзор на неделю на полторы-две пораньше, тогда еще было бы можно оценить хотя бы там ход подвески, какую-то, ну, минимальную пролазность автомобиля, да. Но сейчас только по сугробам, и сложно понять проходимость. Но резина, я думаю, здесь все-таки не для зимы, и вряд ли она для грязи. То есть она, ну, реально какая-то слишком плоская, протектор где-то углубленный. Посмотрим. То есть, ну, можно, конечно, поменять, это не проблема, да. Что касается сервы на 10 килограмм, которая здесь стоит, не хватает. В некоторых местах тачка не может повернуть абсолютно колеса. То есть дома на полу она вращает, да, этого достаточно. Но здесь не может, то есть будем где-то в грязи тоже возиться, опять же не сможет. Буду менять, буду ставить где-нибудь килограмм, наверное, на 20, и уже, наверное, будет достаточно. Так, значит, дальнейшее улучшение автомобиля, установка переднего бампера, скорее всего, другого, потому что буду ставить лебедку, свет фары, свет, наверное, на крышу поставлю, багажник, возможно, на крышу, посмотрим, ну, что-то еще. Найти человечка, и будет уже более похоже, еще более похоже на автомобиль один к одному Defender. Но первоначально, в принципе, тачка очень мне нравится. Значит, давайте, собирается она, ну, скажем так, прилично. Покраска, ну, покраска здесь быстро у меня была, то есть это не как Lexan красить, где краска стынет там по 20-30 минут, да, слои, я здесь просто черным, то есть буквально убил там
ну, часика два, плюс-минус. Сборка основной шасси заняла часа, наверное, 4, плюс-минус, сейчас не вспомню. Установка электроники вообще быстро, то есть часика полтора мы ставим это, и все, когда все у нас уже напаяно, распаяно, это все быстро делается. Да и, собственно, все. То есть, но данный корпус, как я говорил, то есть нам нужно на 4 винта сажать, да, салон скрадывает место, то есть все нужно компактно располагать в данном автомобиле, чтобы все это дело уместилось, потому что я все ставил спереди, можно регулятор, конечно, поставить сзади. И, собственно, что по цене выходит, да? По цене сам автомобиль стоит $400, просто шасси, без всего. Мотор $10, на 35 витков у меня стоит. Регулятор скорости $40, серво 25, но нужно поставить что-то помощнее. Приемник $40, либо это двухканальная аппаратура, бюджетная какая-нибудь для управления, да? В принципе, ее будет достаточно. И, собственно, все, да? А, ну и аккумулятор, зарядное устройство, то есть, если это ваш первый автомобиль. Все, ну и дальше уже идет тюнинг, улучшение и прочее. Посмотрим, как здесь будут ходить карданы и все остальное. Ну, амортизаторы, я не знаю, знаете, залипают. Поэтому, ну и сейчас я не оценил полноценно, может, в движении оно будет все нормально. Но мне не нравится, вот опять, смотрите, залип правый амортизатор. То есть я чуть-чуть добавил масла туда для смазки. На той же Ватере амортизаторы работают лучше, на том же Аксиале. Но здесь, ну, вообще, вот реально, то есть в идеале амортизаторы поменять. Посмотрим, как это будет в движении на каких-то более ямистых поверхностях, а не на ровной глади, да? Собственно, друзья, все. Ждем новую серию, когда придет весь тюнинг. Будем потом полноценно уже оценивать ее с другими автомобилями. С тем, с той же Ватерой нужно полноценно где-то гонять. Сборка G-Made, пока не знаю когда, но скоро тоже займусь, потому что нужно на нее тоже электронику всю G-Made. И все. В общем-то, прикольный автомобиль, стоит недешево на самом деле, и я думаю, он потребует какого-то тюнинга и каких-то доработок. Не забываем, друзья, подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч!